Чего не будешь? Всем привет, это новые смешнявки, страшнявки. Я все время Да. путаю, никак не могу привыкнуть. Йо-йо-йо, что за карта? А, третья, точно? Да. Я говорю, что она как-то не очень пугающая для начала карты. Чуть какая-то светленькая. Вот, да. Но так. Это не факт, это не значит, что когда мы пойдем в одну из дверей, будет так же не страшно. Что такое? Я рассчитываю не пугаться в этой серии, пойду сделаю булку погромче и продолжу. Я сделал булку погромче, и мы продолжаем. Мне вот интересно, что это такое? Это люк, в котором откроется The End of Map. Давай, поехали. Выбирай. Ты у нас веники-беники любишь гадать. Три двери. Свет. А ух ты, работает. Блять. Обратно. Ёб твою мать, ёб. Ну нахрена я сделал, а? У меня спрашиваешь? Ну я думаю, что лучше идти посередине. Она не открывается. Нахер было вырубать свет? Да ладно, и так неплохо. Так а как войти-то? Все, карты прошли. Ты идиот? Ты что сделал? Сейчас скажешь, типа, я смотрел видео проходняк, нихера. Вот именно. Нихера, там просто крестик был. Ты идиот? Ты идиот? Я хочу выключить эту карту. Что сейчас, во-первых, было? Во-вторых, ты меня сейчас, походу, должен будешь всю карту спасать, потому что я, например, сейчас... Иди быстрее за мной. No clip, я тебя жду. Стоп, я предлагаю начать заново, я ничего не понял. Что было? Быстро скажи. Я шел, ты пропал со страшным звуком и исчез. Ну, я появился в клетке, ты меня должен спасти сейчас. Я не буду тебя спасать. Я слышал твои звуки, ты должен сейчас... Давай, я не буду иди. Никуда ходить один. Я никуда один не пойду. Просто вот ты передо мной где-то. Открой дверь и все. Я не пойду никуда. Иди. Я не буду читерить. Я в капкане. Если ты не спасешь, меня тут сдавит. Давай спасай. О. Дую. Стой, давай пока не буду. Не двигайся пока лучше. Дую. Блядь, не видно нихуя. Дую пей. А. Тен. Че? Какие-то коды, короче, опять. Надо опять тебя освобождать. Причем, мне кажется, если я ошибусь, то... Мне тоже не очень нравится как-то. Че? Че там будет? А! Там есть кнопка. Где кнопка? Вон, в углу. Одна? Одна. Ну тут есть код. Написано U. Подожди. U. Zen A. Zay A. Давай только расценивать только вот реально то, что если я все уже, то как бы, ну чтобы реалистично. Вот здесь я нарисован два светофорчика, на один вот из я них... я вижу. А, ты видишь? Я вижу. А тут вот коды, раз, два, три, четыре, пять, шесть кодов, пульт и три зеленых генератора. Блин, мне не нравится. Ну, а кнопка одна. А, ну, вот там одна. Как написано-то, я не вижу. Я не хочу доходить, блядь, ладно. Зей, а... Они врут. Они врут, и стрелка наверх. С кнопкой. Я думаю, как раз таки она меня и убьет. Хотя. Ну тут да, раз, два, я... три, четыре, пять, что шесть кодов. Мне не очень нравится, что здесь коробки, кстати. И три генератора. Я не знаю, что делать. Так а где коды вводить есть? У нас три варианта. Да, вот панелька с кодами. Раз, три генератора зеленых, два, кнопка три. Введи код один какой-нибудь. Ага, и сейчас плющит. Ладно, какой код? Так. Назови мне, а я тебе скажу, какой мне больше понравится. 7821-5103-190-4832-01. Как ты, блядь, выберешь так? Какой ты будешь набирать? Который 1-9-0 просто. Он какой-то очень короткий. Все четырехзначные, трехзначные. Кнопка, ну ладно. Да, а кто может кнопку дать? Может они реально вводят? Давай, 190 ввожу. Давай. Прощай. Окей, следующий. 7-8-2-1. Типа мне дали шанс, что ли, или что? Что происходит? Не знаю, 5-1-0-3. Все трещит. Кто ходит? Спасибо, что убил. Большое тебе, конечно. Пройди сюда, пожалуйста. А! Так я еще и не заметил. Тут три генератора, типа три попытки. Блять, я поторопился. Короче, было три попытки, чтобы ввести код. Там вот дверь другая открылась, я потерялся. Иди сюда. Ух.
Идиот. Че, нажмем за Элэйнг? Нажмем. Я не хочу обсер... А, че, не ломается? А, тут эта кнопка нарисована. Ну, я понимаю. А, есть. А, стрелка наверх, попробуй потолок, а. Какой код был, интересно? Подожди, ты какие пробовал? Я пробовал вот этот. Ты вот мне те, которые ты не пробовал. И кажется, вот этот. Я вылил те, которые я пробовал. Осталось 3. 8.32. Говорю, я их пробовал, ты тупой. 0.128, 1.327. Ладно, 5.1. Допустим, ладно, все, хорошо, я уже... Все, да. Я выключаю карту, да? Все, я иду, может, вот. Пойдем, а? В плитушке. Пойдем. Меня к плитушкам готовится. Ты вот я тут появился, тут открылась вот эта дверь. Насколько я понял, она не была открыта. Свет хочу. Хоти, ты его сломал, ты его и чини. Сейчас опять куда-нибудь пропадешь, я тебя чини, блядь, давай. Make your choice. Стоп! Стой! Вспоминай. Что? На... В клетке что было написано, левый или правый? Левый. Если смотреть, смотря с какой стороны. Там одна сторона, блядь. Там не одна сторона. Блядь, он закрылся. Нет, не закрылся. Левый. Одна там сторона. Гандон, бля, молчу, я молчу, я молчу. Ну теперь у нас нет выбора. Давай по правой, если нажать. Там открылась дверь. Еще одна? Какая? Вот это. Ну ты слышал же, что она открылась? Нет. А, нет. А. Типа, так все просто. Там есть кнопки? Там есть вентиляция. Там есть кнопки. Ну это фейковский интерес. Не кнопку... надо кнопку нажимать. Есть варианты? Это нарисовано. Не, знаешь, нажать на кнопку, чтобы тебя сплющило нахер. Может наоборот. Хорошо, подожди. А левую нажми еще раз. Правую. Вон там что-то слышал? Слышал. Иди сходи, посмотри, что-то. Хо-хо-хо-хо. Стоп, тут написано. Где? Make your choice. Ну я уже читал вот. А, я только что увидел, просто открой. Может открыться. Да где-то дверка открылась для будущего. Ну, в смысле, потом, то, что мы там будем проходить. Будущее у тебя между ног, понял? Точнее, будущее твоих детей. Короче, я, ладно. Я нажимаю. Быстрее, прячься. Сейчас там призрак какой-нибудь вылезает сверху. Ну, конечно. Ну что, не скажешь? Блин, мне уютненько. Все, оставь меня так. Ну, хорошо. Хорошо, мы догадались, хотя бы. Все, оставьте так. Ну, мне уютненько было, ну чё вы? Зачем вы? Не так хорошо. Нормально, все чисто. Едем в командир... Я все видел. Командировочку! Я жду тебя. Дашкевич, Пашкевич. Ну и что, все? Давай дубль 2. Не работает. Так а смысл Пойдем. Тогда? Так открылось дальше, значит. Мы прошли тест. А, да. Ну, да. Все. Ты первый. Пока. Все, ты первый. Я ходил два раза первый. Все, я ходил два раза первый. Иди хоть спину. Я не сыкл, как ты. Sacrifice Part 2. Who will live? Кто? Я, конечно. Кто будет жить? Там душ. Одна кнопка. Короче, выбора нет. Выбора нет. А, то есть, типа, один пожертвоваться должен собой. Отличная логика, я понял, да. А я, кстати, ну вообще это было круто. Это было реально круто. Это было круто, особенно то, что он появился во мне, я не понял нихуя. Да. А что теперь? То есть, смысл в целом, смысл... А-а-а. Ну и типа ты один выжил. Нет. Все, началось. Все, до свидания. Чего началось-то? Все, до свидания. Это не по звукам, не слышишь? Три генератора, то есть ничего не видишь, да? Тут что-то, во-первых, написано. Во-первых, надо найти три генератора здесь. И начинается страх. Все, я не хочу играть. Почему три генератора вообще? Слепой. Где ты видишь? Куда их вставлять, по-твоему? Не знаю, но их надо активировать. Факт в этом. Но хорошо, что, есть ничего. Вариант две двери и есть вариант канализация. Так, ну...
Как будем выбирать? Жребий тут не кинешь, как бы. Так, давай нормальной твоей какой-нибудь считалочкой. Моей считалочкой? А потом считалочка. На... А, мы... На... Надо сейчас придумать как-нибудь через оружие, что ли. Вот я потом предлагаю вместо камень-ножницы-бумага этот. Хотя нет, там как-то будет тупо. Короче, ладно, эники-бэники срали в говно, эники-бэники, я за Ордо. Ладно. Ну да, правильно, чё. Ну, давай. Как всегда. Ничего, четыре двери. Ну да, во-первых, это... Четыре двери. Что? А, пять дверей? Немноговато? Чё, коробки не ломаются. Чё нет, давай дальше. Мне это не нравится. Фридом меня пугает это. Еще одна дверь, правильно? Давай. Динер серф. Отличный динер, кстати. Там еще дверь, открой, пожалуйста. А ты где? Вкусняшка. Еще одна. Правильно, я сейчас. Блин, сколько тут дверей, ёб твою мать. Что там написано? Хер. Я думал, внутрь зашел, тебя сокрыл, идиот. Ух! Your fate is now. Идиот! А. Нормально. Я не хочу никуда играть. Как тебе объяснить? Я хочу Most Wanted поиграть. Нет, ты Most Wanted не будешь. Ты второй день меня ебешь. Иди. Идёшь, что ли? Хрена себе. Бери ее, блядь. Ее судьба в наших руках. Я чуть пилу вспомнил. Угу. Такая судьба прям? Она такая живая? Ну да. Как Корбит Панамка. Пойдем. Она двигается, ты идиот. Как двигается? Номер. Очень медленно, но двигается. Пойдем. Пойдем. Остался один ход. Пойдем, пойдем. Да отпусти ты ее. Ладно, она как-то так еще страшнее выглядит, потом мы еще сюда вернемся. Потом их и. Что, ну я сходил. Ты дурак, иди куда-то, пошел-то. Да. А, пока. А. Кажется, мы вернулись. Да, отлично. Значит, дверей уже меньше. Осталось две. Мы здесь были. Ну, короче, нам Freedom, мне кажется, надо. Ага, мало ли где еще генератор будет. Генератор у тебя в пизде, понял? Ага. Опа. Знаешь, мне кажется, они не зря повесили замок. Я буду стулом броняться. Блядь, я не могу. Пойдем. А, пришли? Так, скорее всего, тут и есть точно генератор. У меня такое ощущение. Идем. Давай вместе, параллельно. Идем и все просто. Давай, все, идем. Ну идем. Блять, я в том телевизоре застрял. Кого что-то не смотришь тут? Вон тут канализация. Он все сам сказал, мы идем прямо вперед. Играем в Jail Mode. Вот тут вот не хочешь? Блять, что ты толкаешь меня? Давай, интересно. Сейчас мы вернемся туда, откуда пришли. А так... Нет, а иначе не вариант. Давай, брат. Она значит сюда ведет. Че, обратно, ты вон дверь, ты идет? Вот дверь. Я туда и шел. Так идем. Так идем. Дом. Все нормально. Что было-то? Ты опять что-то глаза закрыл или что ты сделал? Я отвернулся, а что было за картинка? Ты, блядь, заебал. Короче, можно я не буду с тобой играть? Это тупо неинтересно. Ты ходишь жопой, я пугаюсь, ты, сука, нет, я говоришь? Просто, нет, я хожу мордой. Просто я больше не буду ходить вперед. Что? Ты уже ничего, ходишь вперед, давай. Что тут? Могилка. Я включил первый. Это, думаешь, как раз и есть, да. Это? Скорее всего, да. Ай-яй-яй. За хуйня. А током, ну, что бьется? Да. Пойдем, брат. Иди. Чёрт, я ходил, брат. Первый. Я обосрался. Все, отстань. Я, блядь, теперь мне плохо. Мне похуй. Опять какая-то, блядь, 2D-шная картинка страшной бабы появляется. Ты, блядь, хуйней страдай, а я пугайся. А Freedom не хочешь? Give me freedom. Give me fire. Give me reason. Take your fire. Там прям как в фильме второй или как там. Возвращаемся в редурку обратно. Так. Оп. Ну да. Я же сказал. Ну правильно, потом. Вот две двери, два генератора, все. Так, ну что? Какую теперь, канализацию или дверь? Давай дверь, не хочу учить канализацию пока. Щиты вентиляции называется. Может, наоборот сначала? Давай, ну, вентиляцию, да. Хорошо. Да, давай. Я наш согласен первый поползти. Давай. Give me reason.
Чё-то как-то, если... Блин, подожди, да стой, я застрял. Need a light. Ты вроде нормально. Погнали. Ты зачем? Ну зато свет дали. Передо мной, главное. Передо мной, нормально. Ну, всегда, то она, мне кажется, даже защитна. Сюда, сюда. Подожди, ты когда да. А, понятно. Ты там должен кнопка, я видел, за углом, кажется, была. Не может быть. Она может закрыта. Быть, я видел, там красная херня. Закрыта, если может она. Идиот. Там туда идти. Это просто ловушка была. Да, ловушка сколько в конце. Ну, значит, мы просто ее как-то с другой конца. Пойдем. Я тебе говорил, там дверь идти. Нет, блин, ты захотел меня. Ой-ой-ой. Че, я сходил, обосрался, иди нахер. Картинки красивые. Думаешь. Блять, я понимаю, что seriously kills, remember? Curious. Curious. Не знаю. Ну, понятно, английские слова, я, конечно, по-английски хорошо знаю. Но там опять газ какой-нибудь. Да, туда лучше не надо. Пойдем дальше. Сюда. Наверное. Че тут? Квартирка. Это зеркало или это? Нет. Я не хочу той. Нет, да, тут. Ну тоже что-то неохота. Что-то произошло-то. Ничего, все начало трястись, ты что-то спровоцировал там, я не знаю. Да иди ты нахуй. А по идее должна была закрыться. Ну ладно, пойдем, вон синяя дверь. Почему она должна была закрыться, чтобы потрястись? Не знаю. Туалет? Срать слева, не надо. Не знаю, мне тоже так. Там, что нет, там слева? Там тайник какой-то слева. А вот. Можешь они между дверью постоять, чтобы она не закрылась? Могу. О. Блин. Ага. Есть вариант? Ну подожди, у нас еще одна дверь осталась, надо код узнать. Это кнопка, только, чтобы активировать, тут больше ничего нет. Что, то есть из туалета все побрызгает? Иди, что ж, пойдем. Да я застрял. Нет, это надо узнать, и код тупо. Watch your feet. О, это типа нужно по этой идти. Диод, по этой, по железяке что ли идти надо? Сейчас какая-нибудь хуйня выпрыгнет на меня. Нужно типа перепрыгнуть, не касаясь линолеума. Хорош. О, я ж сказал. Плёнка. Так, а чё снизу? Просто? Просто. Ты где? Я на тебя запрыгнул, идиот. Я тебя не вижу. Удачи. Так, туда нам нужно? Да, наверное. Там может подъехать. Ага. Я код-то откуда взять? Нафига он нужен тогда, если тут закрыт? Может, это обманка? Пойдем обратно. Подожди. А самое интересное, так а куда обратно-то, если мы вентиляции были там? А, может там открылось, кстати. Вот мне тоже так интересно. See the Jenkins, welcome to hell. На-на-на-на. See the Jenkins. Да нет, еще дует вроде. Ну ты попробуй, Я не могу прыгать. Да потому что там... Потому что рядом, наверное, стоишь. Стои. Че не стою, слушай. Ну, ты отошел, сразу все стало хорошо. Бля, а что делать-то? Закрыто? Потому что мне кажется, я должен был перед тем, как сдохну, дотянуться и нажать. Я представил. А если и все, да, типа и выхода уже нет. Нет, я ошибся. А. Что ты сделал? Блять, да это я, мудак. Чего? Надо было доползти, да это выключатель был. Может не... Я застрял, ну клипом, подожди. Я должен был тупо не тупить и дойти нажать на выключатель. Только, а смысл? Тупо пропало теперь. Блять, не пугай меня, ладно. Давай туда. Куда? Ну, внутрь, ползти, до конца. Только там что, там хочешь? Тумблер и все. Не может такого быть. Ну ты слазил, пока я тут пытался заползти. Да я что-то тупо. Я сам застрял же. У тебя еще 30 хп, мне это не очень нравится. Опять газ включится, я представил, буду ржать. Стой. Газ и тумблер, все. Вот это, вот я не дотянулся. Он выключил газ. Проползи туда, проползи. Куда? Я только что отсюда вылез, я уже на коллайдом пишу, потому что ты меня забаговал. Ну, есть предложение-то? Нету. Как я представил. Не, ну про ноуклипить, конечно, в стену. Мы где, во всех точно были комнатах? Ну да. Мы все обошли. Давай еще раз. Осталась комната с кодом. Мне кажется, надо код какой-то ввести. Так а мы нигде не видели кода. Стоп! Че? Мы в эту дверь не ходили. Точнее, мы ходили, но не захотели. Растяжка. Ты ее пересечешь, газ включится. Но зато, может быть, узнаем код. Да тут пусто. Пусто тут. Смысла нету. Странно. Блять, что делать? Я не знаю. Я перепрыгнул. Ты перепрыгнул? Ты понятно, перепрыгнул. Пока его не заденешь, что не произойдет. Или взорвется все, или газ включится, или что-нибудь.
Так, 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 надо думать. Ага, подожди, а мы точно никакие цифры больше не видели? Из кроме первой комнаты. Ну, я туда... думаю, что они не подойдут. Ну, хорошо, где еще что? Нет там ничего. И дверь это еще закрыта. За ней есть комната. Только она... пустая. Да. Ну, значит, это так просто. Да, да не хватит стерить, а? Да я просто тупо любопытство. Да нет, тут, блядь, да, тут. Угу. Тут и так, понятно, второй. А вот третий где? А вот здесь вот, блядь. Ладно. Ну а что, наугад код, что ли, подобрать? Попробуй. Классно подобрал, подвинься, блядь. Да. Мужик, я застрял. Это уже. Ты куда пропал? Да по-любому нужно ну, где-то код навыть. Пойдем искать. Что еще? Есть вариант, что ли? Мы же ничего не пропустили, ничего ну, не никуда. Типа того. Значит, скорее всего, что-то с той стороны. Ну тут мы, блин, мы все обошли. Мы тут подожди. Мы не ходили в комнату с трупами. Там, может, она и была а. Где-нибудь написана был. Чего-то, мне кажется, нет. Но мы стояли прямо на пороге входа и ничего не было. А тут. Тут. Чё, нет здесь ничего? Нет здесь ничего, кроме крови чуваков. Подожди, а то, что мы должны спасти ее. Her face is not. Ну ее судьба в ваших руках. Не в наших руках. Is not in your hands. Ну, значит, пиздец. И тут нет ничего, ни кодов, ничего. Бля, что делать? Все, мы прошли карту. Да не будем добавить, конечно, на самом интересном месте. Чё, в каком чё? Интересном месте? На месте в том, котором, что мы посмотрели, что за этой двери ничего нет? Фридом, фридом. Тут точно ничего нет, да? А, блять, ну дверь-то зачем? Подожди. Что? А, за двери ничего нет. Значит, мы туда не можем попасть. Значит, ну я не знаю, что делать. Тут кровь моя, наверное. Ты куда делся? Алло, алло. Тут, иди сюда. Куда-сюда? Алло. Сюда! Куда сюда? Блять! Иди нахуй. Иди сюда. Что? Тут, наверное, все-таки. Мы тут были. Я понимаю. Но мы как бы не смотрели, что за камерами. Что за камерами? Что за камерами? И так, стул. Подожди, а тут вот... Да, нету ничего. А! Блять, мудаки. Пойдем. 2876, да? Угу. А где там уже так, я забыл? Ты так реалистично бегаешь? Мне тоже нравится. Так, подожди, а где это водить-то? Это водить... Там где-то? Тут, да. А, тут речь. 2876, да? 2876. Сейчас там пизда настанет. Я ввожу. Подожди, брат звонит. Нажимай, стой. Нажимай. Сейчас. Ты снимаешь, да? Да. Так, ну я ввел. Опа. Кнопка. Что было? Та самая рожа из второй части. Да? Да. Наконец-то ты ее увидел, причем неожиданно. Да, мини-рожа. Ну? Все, мы квит. Ага. Она закрылась или ты закрыл? Я закрыл. Иди. Ну иди там, я нажал уже на кнопку. Просто довяжи до конца, а? До генераторов. С шифтом, я с тобой. Парарарарапапарапапар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 arar Я нажал, типа, там в этот фейс выскочил. Так, хорошо. Подожди. Все равно должен быть где-то сам генератор. Значит, она, что-то еще открыл. Она могла что-то открыть. А! Идиот! Красавчики. Так. Как ты догадался? Блин, она выделялась как бы немножко. Как-то I'm выпрыгнул. Always watching. Давай ты первый. Туда запрыгнул, мне сейчас скажи. Давай, пугай меня, блядь. Пугай нахуй. Давай, блядь. Где мой испуг? Пугай, говорю. Стой, подожди, а тут что в углу? Там звуки были. К радиации. Куда или сюда? Давай, давай сюда. Давай сюда. Куда идти? О. Окно. А, это он наблюдал за мной. Это, походу, его комната. Тут должен быть рубильник остался. И все. Интересно. Опять? Что это? А, это комната, в которой ты стряслось все. Все, тупик.
Обратно идем. Тупики, север. Тупики, север, тупики, север, тупики, север, тупики, север. Боль за свободу. Ну, конечно, боль за свободу. Pain for freedom. Pain for fire. Give me reason, give me fire. Идиот. Сидят. Ты писали меня, то есть? Забыл? Там скример был! Идиот! Я когда обратно начал убегать, там на меня бросилась баба. Похоже на ведьму из этой. Из Resident Evil. Нет, из этого. Вот фотен. Да. Урод тупой. Пошел ты, дебил. Чего? Я дверь открываю, он куда-то убежал. Ты как, ты на рычаг нажал? Я нажал на рычаг, меня начала бить вода. Я начал убегать, ты меня заблочил, я сдох из-за тебя. Стоп, так мы когда ходили, сквозь нее было другое. Only one. Подожди, тихо, чё? Only one and can you can survive. Короче, подожди, меня, подожди, мне звонят. Стой. Так, ну давай. Две стороны. Одна ближе, одна дальше. Я не хочу разделяться. Я тоже не хочу. Пойдешь со мной направо. Сейчас обострёшься вместе со мной, сдох. Блять. Ну правильно сделаешь, что пошел за тобой. Я сам могу за мной. Ты идешь, успеваешь? Угу. Тупик? Всё? Да. Это, по-моему, надолго. Ну, до свидания. Ты где? С тобой. Все, пиздец, сейчас какой-нибудь скример еще вылетит вот. Так это по-любому. В каком-то месте он есть. Так в каком? Одни тупики, тупики, север. Короче, пока. А, угу. Да, посмотрел. Привет. Ты куда убежал? Ты хочешь, чтобы я обосрался? Ты куда делся? Пидор. Алло, где ты, блядь? Где ты, блядь? Я не могу один бежать. Я... А! Помогал. Порвал? Погнали. Куда? А, стоп, стоп. Случайно обратно? Нет. Где-то тут есть скример. Скример. Тут нет ничего. Мы, даже не зап... мы не запоминаем, куда идем, по. Идет. Я промолчил, ладно. Подожди. Сначала я немножко испугался. Давай за ним. Логично, я за ним 2 часа уже иду. Сейчас какой? Сейчас он. Не, он сейчас что-нибудь напугает. Я уверен. Сейчас кончится скример вылетит. Мне не нравится, что я иду первый. Охерел, что ли? Сука, ту. А, мне нравится, какой сквозь текстуру дальше пошел. Спасибо, чувак, ты нас запутал окончательно. Блять, я да. Только отвис. Все, пока. Погнали. Перепрыгивай. Я промолчу. Я не знаю, что делать, блять. Он нас еще сильнее запутал. Теперь мы точно. Так, какая разница? Будем искать, чем мы как читеры-то? Интересно же искать. Сейчас пролетим, ну и что, и смысл. Очень интересно, блядь, обосраться. Я не хочу обосраться. Да он, все равно мы знаем теперь, что он тут будет, и все, ходить просто без конца где-то. Не будет он тут ходить, он ходит у тебя между ног. А, вот уже быть, мне нравится место. Да, кстати. Несколько убежал. Он опять вышел. Блядь. Алло. Где он? Там же, где я остался, как ты меня бросил. Он пошел, он нас тут угол налево опять повернул. По-моему, мы там и были. Значит, он ходит реально кругами. Что было? Я обосрался, ты понимаешь, что я не ожидал. Он ушел вообще в другое место, и мы резко сдохли. Все, вы смотрели страшновки 4. Перелетим. Ну, давай хотя бы перелетим, ладно. Блять, я обосрался, сука. Это была самая неожиданная смерть в Гаррис Моде за все время моей игры. Сверху не видно. А. Угу. Что за... Нет. Идиот? Идиот? Куда ты попал? Идиот? А. Игорь Скейт, thanks for playing, one by one, короче. Тут причем сами... А! Мы еще тупанули. Судя по всему, сюда нужно попадать телепортом. Значит, надо было касаться каждой стены в конце.
У тебя зеленое оружие, это нормально? Чё, зелё... Блин. Ня-ня. Так, ну мы посмотрели четвертую смешновки, мы прошли серию. Страшновки. Да. Страшновки. Death of the... Death of the Moon? Нет. Dream. Death of the Dream, да. Три части прошли, теперь ждите остальные, там у нас еще есть на примете карты, так что... У нас. Так что всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх и всем удачи. Mm-hmm.